Приветище! Мы находимся на Марсе, а в данный момент в моем жилом модуле, где я провожу эксперименты. Лабораторные эксперименты по выращиванию растений на Марсе, чтобы потом их вытащить на поверхность и посадить здесь. И чтобы здесь все зацвело и было зелено и красиво. И можно было дышать без скафандра. Короче, надеюсь, это реально. Я уже поставил вторую дрель, вот, она разогревает планету. Еще я хочу сегодня сделать вот такой вот оксиген-танк. Это кислородный баллон второго уровня. Будем делать вначале первый, потом апгрейдим до второго. Что нам нужно? Кобальт, кобальт, железо и магнезиум. Вот здесь у меня что-то было, вот кобальт. Это магнезиум. Вроде бы все. Да, все достаточно. Одеваем. О, у меня раньше было кислорода соточка, а теперь 145. А если я сделаю второй, то у меня будет, наверное, 200 кислорода в запасе, да? Одеваем. 200 кислорода, отлично. Пойдем посмотрим, что мы там понаоткрывали новенького. По энергоснабжению 1 киловатт в час отлично идет у нас на все энергосбережение. Солнечные панели, пожалуйста, вырабатывает 6,5 энергии в секунду. Также у нас появился еще обогреватель второго уровня, похоже на атомную какую-то батареечку. Давай посмотрим у меня в инструментаре. О, вот, вот они все появились, отлично. Значит, будем сейчас делать солнечную панель. Нужен силикон и кобальт. Пойдем посмотрим, нет ли у меня там в ячеечках, точнее в сундуке чего-нибудь из этого. А, ну кобальт есть. Кобальт, значит, собираем. А силикон идем добывать. О, все, пурга прошла, отлично. Нужен силикон. Силиконище, где ты? Вот это, наверное, силикон. Да, точно. Я уже начинаю различать ресурсы по их типу, виду. Блин, как же это прекрасно, когда у тебя большой кислородный баллон. Ты вообще ходишь и не паришься. О, все, у меня все под завязку. Набрал огромную кучу ресурсов. Конечно, титана надо было еще взять. Ну ладно, возвращаемся на базу, к тому же кислород уже кончается. Итак, значит, солнечная панельчика. Где ты у нас будешь? На земле стоять? Да, она, походу, тоже на земле ставится. А я думал, на крыше, как в Сабнатике, но обломись. Нет. Хорошо, значит, солнечную панель. Я предлагаю выстроить ряд солнечных панелей где-то неподалеку от базы. Тут вроде ровная поверхность. Я думаю, что можно тут поставить вот таким вот макаром. Есть одна панелечка. Еще одну. Надеюсь, я недалеко от базы их строю, и у меня энергия поступает. Кстати, смотри, у нас индекс почему-то медленно копится. А, ну потому что у нас уже тысячи, поэтому медленно и копится. Так, три солнечные панели. Я еще хотел вот этот вот поставить. О, иридиум нам нужен. Иридиум, понятно. Надо бы за ним сбегать вон туда, на корабль. Пойдем посмотрим, солнечные панели дают ли нам энергию. Сейчас проверим, был 1 киловатт, 21 киловатт в час. Круто. Все работает, все хорошо. Что ж, давай сделаем сейчас водичку и пойдем к кораблю. Там был иридиум. О, а вот это что такое? Экзоскелетион. Ничего себе, давай сделаем его. А для чего он, экзоскелет этот? Фонарик давай уберем, экзоскелет поставим. О, то есть я теперь на себя больше всего могу навешивать? Офигенно. Мне нужна вода. Спасибо. Побольше воды. Пить же захочу. И нужен кислород. Вот один кислородный баллон. И второй кислородный баллон. И еще одного не хватит, блин. Кстати, кто-то даже в комментариях предположил, что я нахожусь на той планете, которую можно было увидеть в Сабнатике Below Zero. Когда мы смотрели в небе, там такая желтая планета была. И вот кто-то предположил, что я нахожусь на этой желтой планете. Все, мы снова здесь, на этом корабле. Странно, что тут нет никаких тел, людей. Такое ощущение, как будто этим кораблем управлял один я. О, нифига себе, минералов сколько. Нифига себе, надо кислород пополнить. Ой, не так. Вот так вот. Вот это я удачненько зашел. Думаю, хватит. Две ячеечки оставим на что-нибудь полезное. У нас тут еще есть где поковыряться тут. Вот сюда я тогда забегал. Ага. И здесь я видел, вот он, иридиум. Отлично. Все, у нас два иридиума. Это шикарно. Ну, получается, все. Пойдем теперь до другой части корабля добежим. Вот туда бежим. Посмотрим, что там у нас. Может, тут тоже есть ящички, как думаешь? А, сюда нельзя забежать, тут невидимая стенка. Все, получается, корабль мы полностью обыскали. Здесь больше ничего нет. И возвращаться сюда нету смысла. Нужно открывать другие места. Все, мы на месте. Мы у тебя на базе. Давай посмотрим, что мы там понаоткрывали.
мы открыли, что это такое Living Put Window. Окна, окна, наконец-то у нас будут окна. Покажите мне, пожалуйста, как сделать окна. Вот они, окна. Да, ура, 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 ура. Вот здесь вот обязательно нужно окно. Ну, такое себе окно. Или там просто потемнело. Да, выйдем? Да нет. Окна какие-то мутные. Блин, я думал, они нормальные. Эх. И ставим еще окно вот здесь. Может его перевернуть как-то? Нет, оно не переворачивается. Ну, блин, это же капец как мутно. Видимо, какое-то особое стекло, которое сложно разбить. Бронированное. Что теперь? Мне нужно сделать вот эту вот штуку. Силикон есть, айрон есть, алюминиум есть. Пойдем возьмем иридиум еще один. Иридиум. Кстати, если смотреть с внешней стороны, то тут нормально все так видно. Ну что ж, давай попробуем вот эту штуку поставить. Посмотрим, куда ее надо втыкать. По всей видимости, внутри. Ладно. Поставим ее внутри, напротив нашего... Давай вот сюда воткнем. Отлично, тепло вырабатывается. У нас тут теперь вообще жарень, наверное, как банька будет. Посмотрим, что у нас по температуре. Смотри, 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 как быстро нарастает температура. Пойдем посмотрим, что мы там еще разблокировали. О! Сумарь третьего уровня и Вегетуб Т2. Пойдем делать сумку третьего уровня, а потом Вегетуб. Вегетуб — это растительная капсула. Производим сумку третьего уровня. О, да, ну-ка посмотрим, сколько у меня теперь будет места. Ё-моё! Да я ходячий склад. Теперь нужно сделать капсулу для растений. Я думаю, что нужно расшириться. Так, давай вот это вот мы уберем. У нас вот опять метель, но это нам не помешает расшириться. Строим. И еще вот тут бы я бы поставил. Так, так, так. Заходим. Вот это я понимаю. Вот это вот хорошо. Вот это вот надо убрать. А тут мешается. Вот это вот... Ну, пусть тут будет, ладно, не страшно. Хотя нет, давай уберем. Теперь вот здесь вот поставим Вегетуб Т2. Титан нужен. Ага. Ух ты, ты посмотри, какую я тут полянку нашел. Карьер Титана. И вот тут очень много, смотри, тут, там, везде. Это очень хорошо. Но мне, конечно, любопытно, что вон там. Блин, ну база так выглядит уже, ну, как будто тут давненько живут, я тебе хочу сказать. Так, значит, строим вот эту вот штуку. Вот здесь вот. Ого, какая она здоровая. Ничего себе. Прикольно. Давай еще одну тут поставим. Интересно, друг на друга их можно ставить? Было бы очень красиво. Так, еще одна. Отлично. Теперь нужно найти растение, которое здесь у меня поселится. А, например, если вот это я возьму... Могу я отсюда вытащить? Могу. И посадить сюда. Ага. Ага. То есть она продолжает здесь расти. То есть, подожди, если я вот это заберу отсюда и посажу сюда, оно должно... А, нет, оно как будто заново начинает расти. Хотя, я не уверен. Смотри, как оно ползет вверх. Воу-воу-воу, интересно, до самого верха оно вырастет или нет? Ну все, пускай здесь растет, а мы посмотрим, что мы там еще открыли. Мы открыли с тобой... Что мы открыли? Кровать, двойную кровать. И вот это что? О, дрель! Второго уровня, это отлично. Значит, мы ускорим процесс разогрева планеты. Дрель второго уровня. У меня все есть, давай ее здесь и поставим. Какая она здоровая. Бандурина это. Еще одну поставим с другой стороны. Вот здесь вот. Отлично. Так, у нас теперь Terraformation Index очень быстро копится. Это хорошо. Я бы, конечно, еще поставил солнечных батарей побольше. Потому что у нас очень сильно все расходуется. Ну да ладно. Так, давай возьмем с собой немножечко кислороду. И пойдем посмотрим, что же у нас вон там. Все, я запасе кислородом и водой, пошли. Посмотрим, что у нас там. И поскольку мы уже достаточно долго разогреваем планету, где-то должны появиться какие-то цветочки. Это что? Нет, это не цветочки. Ну, то есть должно что-то прорастать потихонечку. Там травиночка, что-нибудь еще, деревце. Но я так думаю, что еще рановато для этого. Но мы с тобой обязательно это увидим. Но, блин, только я собрался куда-то идти, и сразу все в пылище.
Ну, радует то, что мы, по крайней мере, перешли этот горизонт и куда-то идем. Дорога тут есть. Огромный каньон какой-то. А, нет, это не каньон, это планета. Там же планета, точно. Что мы тут? О! Еще часть корабля. Здорово. Пойдем разведаем. Что там у нас? Ну-ка. Это же... О, кислород надо пополнить, подожди. Это же у нас кабина капитана. Рулевое управление тут у нас всем кораблем было. Значит, мы тут найдем что-нибудь интересненькое, наверное. Надеюсь, я на эту... Так. Куча топлива токсичного. Здесь не пройти. Вижу какие-то ящики. О, растения, отлично. Они-то нам и нужны. Забираем. Прям как знали, что я пришел сюда за ними. Ага. Ну и все, видимо, да? А, нет, вот сюда еще можно пройти. Тут у нас что? О, иридиум, отлично. Блин, сколько иридиума. Давай, наверное, мы силикон... Силикона сколько я набрал-то? Силикон здесь оставим, иридиум заберем и алюминий. Все получается. Тут мы все. О, расцвело, расцвело-то как. Кислородный баллон последний. Так, мы еще можем сходить с тобой вон туда подальше, в ту сторону. А там мы с тобой были. Помнишь, я говорил, что это похоже на какой-то огромный муравейник? Мы вон там вот где-то были, там был нос корабля. Мы снова дома. Новая штука, новая дрель открылась. И смотри, солнечные панели какие. И еще вот эта вот штука открылась. Это получается потолок стеклянный сделать, что ли, или бассейн? Подожди, наверное, это стеклянный потолок. Хочу. Ну-ка. Ну реально, ты посмотри, потолок. Давай сюда его воткнем. Вот здесь у нас будет стеклянный потолок. Теперь давай посмотрим, что нам нужно для вот таких солнечных панелей. Алюминий, магнезиум и айрон. На одну солнечную панельку я собрал. Сейчас мы ее поставим. Ничуть себе на здоровое. Сейчас мы ее поставим вот тут вот рядышком с этими солнечными панелями. Ух! Здоровушечка моя! Сколько она там энергии прибавляет нам? 19,5! Обалдеть! Это как три вот таких вот маленьких. Теперь нам нужно сделать вот эту дрель. Нужно побольше железа и все. Ты, кстати, замечаешь, что небо, оно стало какого-то другого оттенка, и тут намного яснее теперь. Итак, нужна еще одна дрель. Вот такая вот огромная пушка, которая будет греть землю. Мы ее поставим где-нибудь вот здесь вот. Давай вот тут вот ее воткнем. Вот так вот. Грейте землю мне сильней. Пойдем посмотрим, что мы можем еще сделать. Так, у нас тут все открыто. Ух ты! Вегетуб 3-го уровня. А это что такое? Оксиген танк 3-го. Мы, по-моему, его уже открыли. У нас все открыто. И скоро мы откроем биодум. Смотри, растения-то реально выросли до самого верха. Это круто. Надо поставить вот эту вот еще вегетуб. И ее мы с тобой воткнем тоже. А подожди. Эта капсула ставится здесь. Вот. Наконец-то мы начинаем высаживать растения на поверхности Марса. Здорово, здорово, здорово. Ну, раз территорию мы греем здесь, то давай здесь вот и будем высаживать наши растения. Сюда мы посадим вот это вот. Давай расти здесь. Смотри, как она быстро выросла. Еще, значит, побольше надо делать вот этих капсул 3-го уровня. Для этого нам понадобится огромная куча льда. Собираем лед. И давай ставить еще больше таких штук. Благо, у меня тут есть растительность. В принципе, все, она у меня закончилась. Ну вот, 2 штучки получается. Но я же могу вытащить еще из дома, правильно? Так что давай еще одну сделаем. Вот так вот. И сейчас из дома что-нибудь вытащу. Вот, например, вот это вот растение. По 3 типа каждого растения. Все, готово. Чудесно. Но этого, конечно, мало, чтобы покрыть кислородом всю планету. А, смотри, биодум откроется у нас, когда у нас будет 15 юпа вот этих вот. Это, короче, атмосферное давление. Вон оно что. И оно сейчас у нас уже будет. Ну же, давление, давай, 15.
Чуть-чуть еще, совсем чуть-чуть. 92, 93, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И да, она открылась, отлично. Так, мы можем ее построить. Ого, сколько всего там нужно. Ну давай добывать, давай добывать. Я сделал кислорода, воды, у меня все в достатке. Погнали за алюминием. Алюминий у нас есть только в одном месте, это где рой муравьиный. Мы туда пойдем через другую сторону. Вот они эти окаменелости, похожие на термитные домики. Смотри, сейчас мы туда зайдем, и все сразу станет темным. Как будто мы на темную сторону планеты зашли. Алюминий, ну где же ты? Вот алюминий, по-моему, да? Нет, это железо. Ну, надо забрать. И вот смотри, все начинает темнеть. Ху, всегда завораживал этот момент. О, ящик. Давай посмотрим, что там у нас. Алюминий, здорово. Все это заберем давай. И сейчас попробуем добыть еще немного алюминия. Вот это же алюминий? Да. Алюминий. Там вон еще ящик есть. А там дальше ничего нету? Конец карты, что ли? Сейчас тоже посмотрим. Ой-ой-ой, сколько тут алюминия. Так, что выкидываем? Лед выкинуть точно, однозначно. Кобальт, железо, силикон выкинем. Алюминий заберем. Пополняем кислород. Насчет вон того корабля. Мы были в нем в прошлой серии, поэтому мы туда не заходим. Если кто не видел прошлую серию, я напоминаю. Мы вернулись. Снова на своей базе. Итак, у нас в принципе всего достаточно. А, нет, не всего. Нам нужен силикон и вот это вот растение. Сид Лирма. Благо это растение у нас есть. Сейчас добудем силикон. Силикон добыт. Забираем вот этот вот росточек. Отсюда. И теперь можем построить вот эту вот штуку. Только где ее построить, я вообще без понятия. Вообще без понятия. Алюминий. А, кобальт. Кобальт еще нужен. Ну-ка. Наверх получится? Нет. Можно просто в воздухе это дело все поставить, но не знаю, как-то это не очень будет. Так, ладно. Поставим, короче, здесь. Ох ты ж, нифига себе, какая она здоровая. Пойдем зайдем. Ё-моё. И вот это все производит огромное количество кислорода. Давай почитаем. Если вы достигли 150 тысяч TI или 150 КТ, атмосфера есть. И она теперь синяя. Но есть долгая дорога к терраформальным изменениям планеты. Скоро ты сможешь получить новые задания. К сожалению, вы подошли к концу бета. Но не стесняйтесь, продолжайте исследования и строительство. Сможете ли вы достичь 1 миллиона TI? Хо-хо-хо. Да, вот это вы загнули. Ну, кстати, да, посмотри наверх. Небо-то уже голубое, все, атмосфера появилась. Крутяк. Ух ты ж, ты посмотри. Ночью эти планеты, спутники преображаются. Там красная, там желтая, тут белая. Там вообще непонятно, что происходит. И вот тут вот зеленое, видишь, как будто северное сияние. Очень красиво. За такое можно лайк поставить и подписаться. В общем, я почитал дневник разработчика, и оказывается, сейчас терраформация заключается только в ясности неба. Изменение цвета планеты, то, что эти планеты появляются, когда у нас появляется атмосфера. Соответственно, ты видишь, все ясно стало, и цвет Земли тоже изменился. Он раньше был каким-то таким красным, больше марсианским, а сейчас он похож больше на пустыню. Зеленушечку, конечно же, мы с тобой пока не увидим, разработчик это еще не доделал, но все впереди. Так что, если тебе понравилась эта игруха и ты хочешь увидеть полную версию, то обязательно поставь лайк этому видео и подпишись, чтобы не пропустить следующих роликов. Ну а на этом все. Тебе спасибо за просмотр. Удачи. Пока. Увидимся в следующем видео.